Всем привет! Приветствую вас на канале Aromas and Flavors. И сегодня мы продолжаем готовить из рисовой бумаги. И сделаем самое простое блюдо, которое требует только рисовую бумагу. Это чипсы из рисовой бумаги. Перед тем, как я начну видео, попрошу вас, как обычно, подписаться на канал и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, если вы смотрите нас регулярно. Огромное спасибо, это очень помогает в продвижении канала. И первое, что нам нужно сделать с листами рисовой бумаги, это просто порезать их на небольшие кусочки. Размер кусочков может быть произвольный, вы поймете, какие они получаются на выходе, и будете делать такие, как вам нравится. Я для примера использую один листик и режу вот на такие кусочки небольшие. После того, как мы порезали нужное нам количество листов, отправляемся к нашей плите. Итак, на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом, у меня оливковое, бросаем наши чипсики, нашу рисовую бумагу. Сковорода должна быть на сильном огне. И мы видим, как она начинает пупыриться. Проделываем это со всеми нашими нарезанными квадратиками. У меня маленькая сковородка. Если вы возьмете большую, вам будет гораздо удобнее. Какой красавец. Проделываем это со всеми. Вот такие чипсы у нас получились. Воздушные, хрустящие, буквально просто невесомые. Классная закуска на все случаи жизни. В следующем видео попробую приготовить эти же чипсы с начинками. Много раз видела в интернете и хочу сейчас опробовать также эти чипсики с начинкой. Результат моего теста вы увидите в следующем видео. Не переключайтесь. Спасибо всем за внимание. До встречи в новом видео.